Всем приветики. Помимо тех двух заказов, я сделал еще один заказ. Заглушки для USB-шников. Тоже быстро пришли. В таком вот белом пакете. Почтовом. Там лежала такая еще бумажка. Не знаю для чего, но... Что тут написано вообще? А, удалить там что-то. Не знаю для чего она. Но... Мне нужны вот такие вот заглушки, как бы для USB-шников. В таком большом пакетике лежат. Вот. И вот так вот они выглядят. То есть, получается, сама заглушка, вот она. Как раз и нарисован на ней такой USB-шник. Вот так вот она выглядит, как бы. И вставляется в USB-разъем. То есть, вот, допустим, Powerbank. Чтобы он не был разъем открытым, чтобы сюда пыль не попадала, потому что так то сюда будет пыль, может попадать. Здесь, конечно же, есть заусенцы, их можно оторвать. Вот. И чтобы пыль не попадала. Просто. Еще, кстати, заострение такое есть. Вот оно, получается, идет. Такое расширяется, то есть, чтобы оно там плотно, плотно находилось в порту. Вот, и в порт просто... Вставляем так вот, хопа. Ага. И оно закрывает порт. Правда, полностью не залазит, а лишь частично. Ну вот, полностью залезла, правда, как теперь достать оттуда ее? Это, видимо, для компьютера предназначено, а я в Powerbank запихал. Ну, в общем, суть такая, что... Можно закрывать порты. На компьютере USB-порты так точно, а здесь в Powerbank лучше. Ну, тоже можно прикрыть, но не до конца, потому что я сейчас ее загнал до конца. И сейчас надо чем-то выковыривать. Вот. Ну, в общем, перестарался я немножко. Достал ее с помощью ножниц. Немножко поцарапал ее сбоку. Но это не страшно. Вот там я немножко поцарапал. Вон она, царапинка получилась. Поэтому в Powerbank до конца не вставлять. Только таким вот образом. Вот так вот. Ну, то есть, чтобы она торчала. Я уже просто начал давить. И задавил вот эту вот штуку. Ну, то есть, туда вообще вглубь. То есть, я вот эту вот часть задавил туда внутрь верхнюю. И она туда ушла полностью. А нужно вот так закрывать. Ну, то есть, чтобы какая-то часть оставалась. То есть, он закрыт. Вот он. Закрыт. И при этом можно легко достать, подцепившись вот за этот вот... За эту часть, которая торчит. И все. Вот она. То есть, уже на моем примере вы знаете, что так делать не надо. Сильно туда переть не надо. Вот прижал просто легонько. Все, разъем закрыт, защищен. А на компьютере еще лучше можно вот сейчас к компьютеру присоединить эти штуки. Вот он компьютер. И сюда вот как раз таки для этих разъемов оно и предназначено для компьютерных. Вот оно встало и как раз идеально. То есть ты и туда не запихнешь, вот дальше оно туда не лезет. И закрывает полностью. Вот. То есть, ну, это не для Powerbank, это я уже так... импровизируя. А для компьютера эти заглушки, ну то есть вот, оно уже сверху пылит, пыль туда падает. У меня, кстати, и для аудиоразъема заглушка стоит. Вот. Или такая дырка, и пыль туда падает. Или вот заглушка стоит. Вот. И здесь разъемы, если не используются, то можно их закрыть такими вот заглушечками. По-моему, круто. А достать легко, вот здесь есть такой вот как бы штырек небольшой, за него цепляешься. О, все, она уже на пол улетела. Так сильно я постарался. И здесь тоже цепляешься. И вот оно как бы достается. Ну, то есть легко. Нажимаешь, оно туда зашло. Тянешь. И оно выходит. И при этом оно и смотрится красиво, и защищает вот. Нормально же смотрится. Здесь такая штучка, здесь такая штучка. И защищает, и достается легко. И так вот, если все вот стоит, получается, здесь разъем подключен. Здесь подключен. Здесь и здесь не подключен. Здесь заглушка, и здесь заглушка. По-моему, классно.
Все так смотрится идеально вообще. Вот. Вот. Такие вот заглушечки, как мне кажется, удобные, нужные, полезные. Я себе купил. Как-то так. На этом все. Всем покедова.